11 декабря 2021 года на Соборной площади происходит открытие главной елки региона. Посмотрите, какая красота! Что мы знаем о елке в Белгороде? Высота 30 метров, украшена световыми гирляндами с шарами. На макушке снежинка. Холдинг «Белгород Медиа» ежедневно следил, как устанавливают елку. Мы снимали таймлапс. И этот ролик в интернете собрал более 50 тысяч просмотров. Сегодня на площади не так много людей, как это обычно бывает на подобных мероприятиях, все же действуют ограничительные меры. Чудо! Новогоднее чудо! Не может быть! Посмотрите в небо! Помашите этому волшебному, праздничному новогоднему вертолету, ведь именно в нем сидит главный герой праздника, наш добрый волшебник Дедушка Мороз. Внимание! Внимание! Поступил сигнал, что Дедушка Мороз успешно приземлился, и мы поаплодируем этому событию прямо сейчас. Мы рады встрече с вами. Совсем скоро мы будем праздновать новый 2022 год и Рождество Христово. Ведь это самые светлые и добрые праздники, когда случаются чудеса, и весь мир наполняется счастьем и надеждой на лучшее. Главное – верить в чудо и дарить его своим близким. 5, 4, 3, 2, 1! Ёлочка! А сейчас узнаем, с каким настроением белгородцы пришли сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Как считаете, справились ли городские власти с реализацией идеи губернатора сделать Новый год необычным, да, в этом году? Да, 100%. Это очень классно, весело, здорово, красиво и, главное, шикарно, стильно. Сегодня у нас день особый. Открытие ледового катка. Много здесь людей крутилось, а теперь настал тот час посмотреть, что же получилось. Открываем мы двери прямо сейчас! Три, два, один! Наша белгородская ярмарка объявляется открытой! Ура!